Всем добрый день! Сегодня мы рассмотрим дизайн ногтей с прорисовкой завитков, или еще их называют вензеля. Итак, приступим. Покрываем ногтики, будем покрывать ноготочки шеллаком. Сначала обезжириваем ногтевую пластину. Дальше берем базу и покрываем все ногти. Покрываем все ногти и просушиваем в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Дальше приступаем к цветному покрытию. Первый слой мы просушили в лампе 2 минутки в ультрафиолетовой лампе. Будем покрывать второй слой и также просушивать 2 минуты в ультрафиолетовой лампе. Дальше приступаем к завиткам. Что нам понадобится? Нам понадобится вот такая кисть тонкая. Можете выбрать любую, которой вам будет удобно рисовать тонкие линии. Дальше эти же цвета набираем немножко на фольгу. Можно использовать или шеллаки, или гель-краску. Также можно рисовать это все просто обычной акриловой краской. И приступаем к дизайну.
дизайн такой можно дополнить стразами. Стразы я буду крепить на финишный шеллак. Ставим полосочку шеллаком. Берем апельсиновую палочку и ставим стразики. Сегодня мы рассмотрели дизайн с завитками. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих моих видео. До скорых встреч!